друзья, все присутствующие здесь, наверное, едины в понимании того, что благодаря достижениям, которые сегодня имеем мы, ивановские гимнасты, художественные гимнасты, позволило привлечь к этому соревнованию столь значительное участие. Разрешите всех нас и в том числе глубоко уважаемую судейскую коллегию поздравить, что сегодня на территории Ивановской области в городе Иванове эти соревнования состоятся. Разрешите также поприветствовать всех от имени главы администрации города Иванова Кузьмичева Александра Станиславовича. Дорогие друзья, разрешите вторые международные соревнования по художественной гимнастике Марина считать открытыми. Который, несомненно, вносит неоценимый вклад в популяризацию
художественной гимнастики, как спортивного вида спорта, повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, ну и, конечно же, укрепление международных связей. Художественная гимнастика, наверное, один из самых эстетических, элегантных, грациозных, музыкальных видов спорта, которые воспитывают наших подрастающих поколений, наших юных спортсменов, такие неоценимые качества развития личности. И, конечно, я хотел бы выразить отдельную благодарность департамента правительства Ивановской области, организаторам, вдохновителям этого турнира наших, тренерам Чудной школы Ревелисанги, и, конечно, мастера спорта международного класса по вашей гимнастике Марине Штех, и не в которой будет гимнастика. Уверен, что становящийся уже традиционным этот турнир поможет нам и в дальнейшем мощно развивать художественную гимнастику на территории региона, поможет зажечь новые спортивные звезды, звездочки на спортивном небосклоне. И я хочу пожелать всем спортсменам, участникам турнира, успешных выступлений, реализации всех своих, всего своего спортивного потенциала, ну и, конечно же, побед. Поздравляю вас всех с праздником спорта. Дорогие друзья, мои коллеги, я желаю вам от всего сердца удачи, полного удовольствия вам от выступлений, судеб, от судейства, тренеров, полного удовлетворения из вашей очень тяжелой работы. А вам, дорогие зрители, действительно хороших впечатлений. Всем удачи, поздравляю всех и желаю всего доброго. Спасибо за внимание. To everybody, and we wish to have pleasure from this tournament. А сегодня с нами, как и год назад, весеннее чудо, бабочка, встречайте. Thank you.
Я очень рада приветствовать вас здесь сегодня, в этом зале. Наверное, с этим турниром к нам в город пришла весна. Бабочки красивые прилетели, и вообще все так по-весеннему, радостно, тепло, солнышко светит. Я вам очень желаю такого весеннего настроения, чтобы оно